Всем привет, с вами Гамакирсер, и сегодня мы играем в игру Team Fortress. И я хочу попасть в синих, и поэтому подождем. О боже, только не до седок. Dancer I crush you. Так, пока у нас идет подготовка к игре. Небольшая рекламная пауза. 4, 3, 2, 1. Эй, вернись обратно. Ау! Still alive! Motherfucker! Где пулеметчик? Покажите мне, где пулеметчик. Я с... И голова с плеч. Ты чё, с медным, что ли? Голова с плеч! Выпустите меня, но я должен затащить эту катку. Там ещё снайп. Вылази! Стоп, кто жарит-то? Как ты не умер-то? По моим расчетам ты... Можно было умереть, но... Но, может быть, ты просто делал твоё? Так, ревенж этому пайросу. Парам-бам-пам-пам. Парам-барам-барам-барам. Барам-барам-барам. Медика бы хорошо бы... Офнуть. Ну, его, как я смотрю, уже выключили. Как я промазал-то? Опять промазал! А-а-а! Идите в задницу. Вылази, сука. Не гневи меня, не гневи царя. Батьку тащера не гневить. Вперед, вдруг там опасность. Где хотя бы кто-нибудь, кого я могу убить? Я попал. Так, я попал шпиона, но он не умер. Он даже сюда не пошел. Я что? Fuck that shit, motherfucker. Я здесь, растяни свой лук. Позор мне. Ты еще их и поджег. Меня еще что-то сзади толкает. Headshot, headshot. Промазал. Ну ладно, это был предупредительный. Кому там еще headshot? Чё-то с охотниками проходит. Уже второй снайпер с охотником. Здрасте. Не хотите ли вы пойти на ауи? Где-то шпион. Здрасте. Да, кстати, совет для тех, кого задолбали подрывники, у которых жуткое косоглазие, они не могут вас убить. Сразу. А когда вас стреляет... Когда вас стреляет снайпер, попробуйте. Попробуйте просто бежать на него. Просто бежать на него, и тогда гранаты, которые он кинул в вас, выстрелил, они будут позади вас и взорвутся. Но это лучше делать, если подрывник на среднем расстоянии от вас, на далеком. Потому что если вблизи пойти на. Подрывника, он достанет свою бутылку или сковородку, то конец вашей башки просто. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Кто любит мультик Gravity Falls? А? Давайте лайк ставим.
Пам-пам-пам-пам. Так, ну что ж, думаю, можно записать этот раунд. Думаю, закончить. Да, жги меня. С флогистонатором, кстати, был такой баг. Наверное, он еще все еще есть, этот баг с флогистонатором. Когда нужно отойти на действие от огня, от решетки, и подойти чуть ближе и начать палить, то враг, который за решеткой, будет гореть. Ну, это... Вроде если кидать прямо в пол, вот так банка Т, то наложится эффект, вот как на шпиона, которого сейчас убью в голову, да? Или того? Или кого я убью в голову-то? Никого? Позор. Первый выстрел. Второй выстрел. Третий. Этот я попал. Там граната. Прилег отдохнуть. Тяжелый день. Думаю, я здесь поиграю за подрывника, так как я только увидел пик наш. Три поджигателя. Уже снайпер куда-то третий исчез, но это ужасно. И хэвик без медика. Лучше в один из этих поджигателей взял бы медика. Был бы толку намного больше, так у них солдаты. Так, если какой-то кто-то вилка, кто-то затащил за поджигатель, это не значит, что ты сразу затащишь там и будешь богом, паба. Нет, это наглая неправда. Да я не шпион. А. Попал бы на этот крит кто-нибудь? Почти, кстати. Так, перезарядка достаточно. Как он тебя убил? Как он тебя убил? Поджигатель, ты... Блин. Ты чё, уел? Я единственный, кто может вытащить вас со дна. А вы тут такое мне предлагаете. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Боже мой. Якобы профита. Беги, шпион проклятый. Чтоб побоялись хотя бы. Я бы так. Был бы медик. Медик, дай мне медика. Я мертв. Что за... Это сейчас будет камбэк, ребят. Камбэк сейчас будет. Запилим мы им камбэк все-таки. Бойтесь великого царя. Батьку. Попал. Бойтесь. А, они перекатили уже, вход открыт. Чек. Fight me, motherfucker, по башке. Блять. Так, все же продолжаем. Как сказать, этот инженер настоящий идиот, так как его будет даже с окна снайперу легко снять. Почему команда полна каких-то долбоебов? Вот что он хотел этим мне доказать. Как и тот скаут. И этот крит, который в меня попал. Ладно, некоторые глупые инженеры, даже если они поставят турели, и команда будет нормальная, турель не сломают. У них где-то снайпер. Или шпион. На что я сейчас наткнулся? У них шпион не есть. Он должен быть. Вас тупо снайпер делает минус. Здрасте. Ромедик. Так. Здрасте, мордасти. Can I help you, мазафака? Get the fucker.
Минус шпион, который... Так. Инженера, как я понял, у них нету, да? Кто-нибудь глупенький подойдет сюда? Не смотрите. Уже что-то делаю, да. Вот так. О-ха-ха-ха-ха! Развел, 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 урод, урод, урод. Кто еще кого развел, да? Туда, туда, давай. Минус скаут. Нет, минус скаут. О, крит! Фак! Йо, мазерфака! Ну, за смертью. Как же лоускильные. 20 к 7 вообще. Будто бы я неделю не играл в ТФ и сел с него играть. Кажется, так и есть. Ну ладно. Банкоты. 172. 71. О, ну бы снайпер надеялся. Смотри, как он сейчас играет. Давай. Бум, бум, дабл килл, бум, бум, трипл килл, нет? Блин, а было бы неплохо трипл килл-то заиметь. А попал по кому-то. Трипл килл! И минус я! А нет! Ультра килл! Здравствуй. Ультра килл! Опа! Как я... Как я тебя не заметил? А давайте возьмем инженера. Давайте пофанимся, да, ребят? Дробовичок возьмем. И когда-нибудь его хитро так поставим. Турель. А у него будем металл воровать. Эй, иди отсюда, я тут металл ворую. А, нет, сломают его быстро. Там стоит... Не по рейнджонсу, она стоит вот так. Так будет сразу по рейнджу. Нужно сразу нам телепорт забабахать. Телепорт забабахаем, давайте. Кто там рывок делает? Турель мы лучше там, нет? Нет? Ну ладно. Так. Телепорт самое важное. Турель это ладно, это... И это ладно, а вот в тиммейты, которые должны тебя, по сути, прикрывать, должны быть. Отлично. Почему я ставлю турель здесь? Потому что здесь будет хороший заход, и как и со спины кто не зайдут, и там будет хэвик. Сука. А кто там ломает-то? Битый? Спавн кемпер, что ли? Ну смотри, скольких мы уже убили. Шпион. Так. Немножко я... Меня отвлекло. Отвлекли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте без этого. Там хэвик идет, надо приготовиться. Хэвик идет. Так, ну смотрите, хорошее место я нашел для турели.
Сами вот видите, я сам не ожидал, что вообще зайдет. Кто там вход ломает? Вход ломает. Сверху снайпер. Покараем и накажем. Телепорт он мои тут ломает. Ну, это плохо. Так, турель там вроде в самом порядке. Так, так, так. И давайте, знаете, куда его поставим? Турель, турель ломают, турель ломают. Ой-ой-ой, пошли подрывники до солдат. Ну, как красивый солдат. Rainbow Dash какой-то прям. Ну, смотрите, я смотрю. Нам везет. Здрасте. Так. Вот, тем временем, не знаю, можно... Я вам... Шпион! Хорошо, хоть не от катафон, я мы. Возможно, умер, возможно, нет. А, так, ну что ж, я хотел сказать, то уж забыл. Ну вот пользуйтесь местом, только ее бы сдвинуть немножечко левее. А так все нормально. Главное быть за... Вау, 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 вау. Время сдвигать. Зря начал сдвигать. Там курит липучка. Норм, норм, норм. О, шпион там! Спай, спай. Минус турель. Ну, долго мы стояли там, мы аж сделали около 10 киллов, там шпион где-то наверху был. Там наблюдатель я был, вот, вот он. Дефа-то нету. Тут еще где-то шпион. 5 входа нету. Вот шпион еще и все сломал. Ли мне? Все мне сломали. Еще нужно попробовать отпушать это. Где? Лом. Ну ладно. Итак, сейчас нужно построить все вокруг себя, так как у них есть шпионы, и они уже что, они достаточно неплохо, кстати. У кого-то убили поджигателя. Вокруг себя нужно все обустроить, чтобы все было удобно. С первым делом это турель, потому что сейчас она очень важную роль будет играть у нас. Так, все, это флагистонатор. Вот тоже с двух сторон будет достаточно нехорошо, будет верхний контроль и нижний. Шпион, типа я ушел. Не, здесь шпион это вообще плохо. Смотрите, все, оп, и ушли. Оп, вернулись. Вон он был. Ай, там уберга зажглись. Уроды моральные, сука. Ну, вот и все, они затащили. Хэвик они этого не офнут. Ну ладненько. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и не забывайте, что проводится розыгрыш, который, наверное, я придется закрывать, так не набралось. Ну ладно, всем удачи! И что вы тащили лучше, чем я сейчас, и 14.44.12. Ладно.